канале Кикидо. И с вами я, Камиль. И сегодня я открываю вот такую вот мышку волшебную Amazing Jaws. Всем привет! Сегодня мы будем открывать волшебную мышку из серии Amazing Shoes. В прошлый раз мы показывали вам фокусы из этой же серии, и нам очень понравилось, и мы решили купить такую же. Мышка наша волшебная, как написано на коробке. Она может показать, что нарисовано на картинке, вот на этой карточке. Так, найдет спрятанный орех, то есть может найти спрятанный орех под скорлупой. Да, и будет следовать за волшебной палочкой. Волшебная палочка должна быть в комплекте. Вот сама мышка. Тут вот дырочка, можно и наложить на носик. Вот, она издает какие-то прикольные звуки. Откроем? Да. Так, открываем. Так, коробку нельзя выбрасывать, потому что там написано, что там бокал. Открыли, вот сама мышка. Так. Инструкция. Мышка, ну-ка. Вот, нажимаешь ей на носик, она издает прикольные звуки. Тут у нее хвостик, шляпка. Волшебная шляпа. Она же мышка волшебница. Так, вот тут вот у нас брошюрка. И тут вся коллекция мышек нарисована. Так, наша мышка должна быть какая-то... Волшебная. Волшебная. Так, что-то нашей мышки здесь нету. Может, она сыт? Вот наша мышка. У нас здесь еще орешки в комплекте. Три скорлупы и орешек. И волшебная палочка с кнопочкой. Вот кнопочку нажимаешь, загорает лампочка. И три карточки. Давай, нажимай на кнопку. Вводи палочку. Бегает за палочкой. Ой. Убегает. Ой. Убегает? Да. Давай, 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 води подальше чуть. Вот. Ой, ой, ой. Ой, ой. Ой. Давай я попробую. Вот палочка. Вот, она бегает за палочкой, смотри. Ага, ладно. Падает. Падает еще. Вот, смотри, оп, сюда, 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 вот, вот, давай сюда, ко мне, мышка. Я не палочка. Ко мне, мышка, ко мне. Я не палочка, она ко мне. Ты похож на, ты похож на палочку, поэтому она к тебе бежит. Следующее, вот у нас были вот такие вот... Карточки. Три карточки в комплекте. Да. Так, на одной нарисована вот мелодия, на другой нарисована балерина. И на третьей карточке нарисована кошка. Да. Мяу. Да, так, было написано, что когда показываешь ей карточку, мышка должна угадать, что на ней нарисовано. Нажми на кнопочку. Вот, танцует как балерина. Ой! Лови, лови, лови! Оп. Ой! Вот, мяукает. Ой, она убегает. Она кошку увидела и убегает от кошки. Следующая карточка мелодии. Нотки. Нажимай на кнопку. Нюхает. Вот, поет. Можно даже когда спать, так укладываться. Так, и следующий у нас... Орех. Орех. В комплекте был вот такой вот орех. Орешек. И три скорлупы. Да, его надо включить. Здесь кнопка есть on и off. Так, мы ее включаем. И три скорлупы от орешка вот такие вот. Так. Кладем орешек под скорлупу. Так, мышка, пока поспи. Все, спокойной ночи. Так, кладем орешек под скорлупу. И сейчас мы будем устраивать азартные игры. Мешаем, 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 мешаешь. Да, мешаем, мешаем, чтобы мышка запуталась и не узнала, где, куда мы положили наш орешек. Мешаем, 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 мешаем. Все? Да. Ставим. Да. Ну что, мышка, ты знаешь, где орешек? Найди нам его. Оп. Ой. Ты куда, мышка? Орешек здесь.
Пошла искать орешек? Мышка, ищи. Ну что, не ищешь? Что, заснула? Она, наверное, заснула. Мышка, ищи орешек. Ой, подумала, что я орешек. Ну, орешек она что-то искать не хочет, ленивая мышка. Мышка, привет. Привет, как орешки? Все хорошо, ребята? Все отлично, только почему ты не нашла орешек? Мы до сих пор этого не можем понять. Побежали. Води, веди сюда. Тащи мышку. Вот. Слушается, да? Прикольно, да? Классно. Ой! Сейчас под диваном бежит. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока.